99. Блять, там курица жрать захотела, взорванула. Я свое делать. Жрать своих детей. Курица каннибалка. Не. А что, вы овцу убрали, конечно? Ну да, я спросил, нужна она? Не, нужна, из нее 6, а у нас материала нету, материал на одежду нету. Ну поставь обратно. И поливальщика тоже, поливальщик нужен, он семена выращивал. Ну я не убирал поливальщик. Ага. А там он еще это, троить помогает мне. А одна овца лишняя, да, была. Ну, вполне одна такая была. А где они, кстати, не вижу овец. Они, походу, со сами выходят и тусуются. Нет, или они сдох. Да вон они, овцы, лежат 34 штуки. А, не вижу, слушай. Ниже они лежат. А, их, наверное, убрал, может, ты их не видишь, потому что я их убрал. Хотя не, я ж вижу, как вы ложите, типа, из своей. Да. Ну вот, я поставил овцу. Тебе одна нужна? Да. Слушай, а я не вижу, наверное, этих овец. Я их вниз снес, типа, их разнес просто. Ящик один у меня. А, ящик один. А, где ящик два? Он на куе переключается. И у меня внизу там овцы, курицы, короче. А, я не вижу, слушай. Что, потому что мои. А, мой мужик кинул, так и приопал, тот самый, тоже кого-то в инвентаре, получается, видит. Я забрал, наверное, это общий есть. Хотя хуй знает, как это работает. Я поставил. Да. А вы видите тут еще других палов в ящике? Ну да, у меня там есть парочка. А, я там двух скинул. У меня, наверное, мои отображаются. А у вас свои, да. Не, я не вижу как раз вот других палов. Я могу только которых брать и забирать, походу, это палы на базе, которые я могу их забрать. А тут, соответственно, палы лежат мои, которые. Ебать, 77 ягод, нахуй, жареных можно поджарить. То есть мы общего не видим, пацаны, которые лежат в этом ящике. Понятно? Все понятно. Ой. 33. 62 яичницы. Можешь, чувак, кстати, поставить. Давай я поставлю одних овец побольше. Потому что у нас еды уже просто едно. Да, я еще жарю. Я новый костюмчик одел. Скину сейчас в сундук еще на отходу. Но у нас всего 3 овцы, короче. Можно еще принести, короче, 2. Так, я скинул костюмы в инвентарь, там один новый сделал какой-то. Ну, он, в принципе, такой же, как этот. Хотя... А, нет, хотя защиты у него побольше. Защита 25, ОЗ 70. А это защита 15. Кот, глянь, он кот помогает готовить же, да? Ой, ты сейчас леса, короче, огнемет. Да, да, да. Она огнеметом нахуй, короче. Ой, я могу навыки прокачнуть. Прокачнуть себе. Атаку. Это атака такой себе. Как мне все это? Вес. Так. Надо скинуть лишнее. О, получен навык воздушная пушка. Нормально, вот просто хавчик готовлю и качаю. Офигеть, 100 ягод могу пожарить. Я тоже вижу. Так, я его скину. Все. Все, что можно, я скину, я скину. Так, а, я хотел построить. Построить какой-то... А, не могу. А где такое лесопилка?
Она там дальше, где ягоды. Там еще и каменоломня. Кот там добывает камень. Можно забрать, кстати, оттуда. А, кот работает. Ебать, 7 из 9 тысяч. 999 лесопилку. А, лесопилку надо вот этого, наверное, да? Сейчас сделаем для меня. Ой, что, ты будешь работать? Да, слушай, он работает, это олень. А вот эти, кстати, овцы, они таскают. Походу, оленя нужно, пацаны, тоже в базу закинуть. Чтобы он дрова рубил нам. Прикольно, а котик это добывает камень, а эти таскают. Слушай, реально, этот олень дрова рубит. Нам не хватает дробилка, пацаны. А, у меня есть дробилка, я могу поставить. Подточните все. Дробилка. Нужно древесины 50. Сейчас это снаружи. Забрать. Блин, я забрал это. Так, в общем, тогда я в базу вместо овцы кидаю своего оленя. Он будет дрова рубить, пацаны. Олень не убит. Убиты 50 демонов. Все, я потом еще себе еще одного оленя. Затирать. Так, все, я могу дробить сделать? Да, могу. А, не могу. Куда дерево девается? Вот все дерево. Дерево выжрали. Кстати, вот тут вот это вот сюда. Кстати, лис еще эти факелы зажигает, когда тухнут. Да, ты забрал, кстати, овцу, у меня ее нету. Ты ее себе забрал, получается. Ну, я, как я и говорил, да. Так. Так, надо еще дерево. Еще дерево срубили. Ну, оленика не убирайте, пускай он А он дрыхнет. А, ну пускай дрыхнет. Ну, как-то он нормас, кстати, там рубит. Так, могу построить? Не хватает. Осколок. Вот здесь. Надо еще где-то взять. Бля, они все спят. Один кот работает, заметьте. Это мой кот, кстати. Какой кот мега трудяга. А я знаю, какой-нибудь навык есть такой пиздатый. Что не работает. Так, дробилку какую-то сейчас поставлю. Кот оказался практичным. Да. Все время помогает. Дробилка. Ну, если, наверное, где ее ставить, да? Вот тут поставлю. Ну как. Ой, это. Кот, давай помогай. А, ну, кстати, можно это на костре хавчик тупо оставить, и этот лис будет готовить его, а потом прибежать забрать. О, блин, прикольно. Значит, надо еще костров сделать, чтобы туда разного хавчика наложить. Иктиридир с хрустящей корочкой.
Чаки, цените, короче. Сейчас, погоди, ты ничего себе, ты седло скрафтил? Да. Да? О, со скрафтил мне седло. Че? Я пока дробилку делаю. Сейчас никто не помогает, кстати. Где все эти животные спят? Кота вызвал, он тебе поможет. Валин, кот пошел. Ля-ля, с котом реально сразу два раза такой. Еще одно седло. Да, я хочу. А не, нету ни осколков плазиума, ни кожи, короче. Ну кожи одной не хватает, осколков плазиума 5. О, слушай, их было много, а, но можно... они все закончились. Да. А, можно из волокна делать древесину, а из осколка камень. Прикинь. Это что? Начать. А, прикольно, пацаны, в дробилке можно делать, в общем, как камни, если нужны, и древесину из этого, из нитей. Понятно. Так, что ты говоришь, тебе эти осколки нужны? Давай, сейчас у меня есть там. Скидывай, вон, крайний сундук правый. А, нет, нет осколков, а куда они делись? А, я же на это потратил. Нет осколков. Нам за осколками идти, что получается. Сейчас, у меня... Бать, олень спит, блядь. У нас одна постелька только не занята, да? Надо еще поставить. Древесины нет. Пойдем добывать. Где там топор? А что такое? Это факел, это лук. Ну, пока давай лук убиваем. Все, он стрел мало. Так, есть такое дело. О, сундук ресурсы, покиньте тут. Синьки стоят. А, это, наверное, ночью он, видимо. Взял палсфер и 400 золотых, ебать. Типа начну сундук. Котяра, бля. Ну, кстати, не очень крутой, он трусливый, неуклюжий, имеет. Ну, что зато отлично работает. На шахте работает. Да, от него больше, кстати, не надо. Если с ним воевать, ты вряд ли будешь. Так я с ним воевал. Он, кстати, дольше других жил. Да? Какой у него доход больше? У него там куча всяких заклинаний, бля, я на него потратил. Так, набила этих осколков плазиума на седло. Хочу оседлать своего петуха. Да еще. Это помощь. Кстати, надо пожрать, наверное. Это дробилка? Да. Скинул, Кирюха. Я фармлю уже эту дерево. О, улучшил. Блин. Можно еще одного затолкать. Пала. Да ты можешь сам сделать. У тебя же рецепта нет. Нет. А, тогда сделаю. Или сейчас тоже посмотрим. Сейчас забью инвентарь тогда дерево. Седло не седло, не нет. Вот походу он может где-то прокачивать. А где ты его прокачал, седло? Ну там где-то было. Кстати, у них есть пассивные навыки. У некоторых. Например, у овцы какой-то. Мотиватор, третий уровень. Старательный, второй уровень. Спринтер, третий уровень. И настырный. Это овца жесткая, бля. Разбафанная овца. У меня какой-то пассивный бегун, а птица мастеровитый. А, вот там на листе написано, что дает, кстати. Мой мастеровитый. Скорость работы плюс 50% птичка моя. Нихуя себе. Кстати, у некоторых какие-то худшие есть. Вот у меня овца, у нее чревоугодник. А ты типа дохуя жрет.
Такой, наверное, надо выкидывать. А кожи нету, чувак? Да, кожа нужна. Кожи нету. Одна кожа нужна, два из трех. Есть у кого-нибудь кожа? У меня кожа? Есть, подожди, я пищу. Да, у меня есть три штуки. Скину кожу. Так, сейчас я тоже кину. А тебе делать, Кирилл? Да, и мне сделай. Я тоже своего могу оседлать. Белый бегун, сила земли, а вы тоже. А вы можете мне помогать? Нет. О, могу. А то они долго делают. Сразу соберете так. О, Лень пошел процесс. Седло для пала мелкапа. А может это не токсик седло? Я взял. Пала мелпака. Там у меня одно на самом деле. Ну понятно, но мало ли подойдет. Ну на лабу только, я так понял. Ну ничего, я поймаю, приручу. Так, я седло взял? Интересно, этого нельзя залезть? Поднять его можно, нихуя себе. Лень! Ебать. Он поднял. Подожди, дай я попробую забрать его. Бля, я не могу забрать, пока ты его таскаешь. Так, ну-ка. А он куда-то делся. Я его забрал. Понятно. Ну-ка. Хочу попробовать, может, он не усыпал? А, нет. Так, мои пары. А что у нас место свободно? У нас сдох тут, что ли? Не, я забрал. Я жрафа забрал. Не, Пала, ты бы он работает? Пала, да, он работает, он дерево добывает. А как он добывает дерево? Я верну. Все, смотри, он сейчас побежит. Видишь, вон лес вырос. Бля, рогами типа пилит, да. Олени же они типа тоже рога точат в деревья. Не, слушай, седло ни на птичку, ни на это не подходит. Требуется типа седло для этого. Понятно. Так, ну, кошак на киноломне вкалывает. Чисто этот каторжник. Надо еще колючкой обнести все эти. И будет так, концлагерь, короче. Сколько у меня стрел? Для покемона. 50, ну я думаю, хватит, надо починиться и дальше идти на разведку. Чистили. Надо птицу оставить, наверное. Ну, мою птицу там не забирайте, я брошу. А, ну так мы не можем, это у нас у тебя будет комментарий. Откуда у меня тогда Daydream появился, блядь? А, вот, наверное, ты Кирюхи новый взял. Да, вот, кстати, ты все-таки моего взял. Ну вот, я тебе вернул, забери его обратно. А, ты не можешь, что тебе нужно его переставить в этот самый слот. Я переставил его. Мы все пилы задать. А я могу автобус. Во, все, забрал. Вот кто такие вот его забрал. Да я не понял, я думал, это вообще. А это тоже. Разведочка пошла. Так мне надо вот этот лук убрать, он мешается. Поставить так. Я две кативы еще поставил. Как на этом работают на шахте. Камушка подобывает. Войти в подземелье. Войти в подземелье. Работайте, блять. Я в какой-то подземелье. Негры. Сейчас опиздились там. Ебит. А чей огненный лук лежит? Мой, я скину. А ты им типа пользоваться, да, не можешь? А у меня стрел нету. У меня просто нет огненной этой фигни. А он только огненными? Ну я возьму, кстати, у меня есть огненный. Да, он только огненными. Там еще есть ядовитый лук. Ой, слушайте, зашел под земель, тут какие-то свинксы бегают. А нахуй тебе. Ой, он жестко. Кидается земля. Кис. Кис. Самое такое. Ай, попал. Я тебя копьем нахуй. Так, где моя катила, что-то не падло с маму вьет. Коте, подать, коте. Котик. Да, качанный котик. Так, давай, коте. Порабощайся. Попадает, падла. О, взял нового кота какого-то пацана.
Именно такой потихоньку. Ну я забыл, как команда отдавать это? Нужно его взять и кинуть вроде в объект. Это же вроде какая-то была это, как его. Типа колесо команд. А. Вроде подойти к нему нужно и отдать. На работу. И сам делать стрелы вонючие. Ну-ка. Блин, а я помочь не могу. Чё? К сожалению. Это пингвин помогает вроде. Так, кирка, кирка. Пингвин, работай. А чё кирку не могу достать? Чё за подстава? Кати вы прямо это чё-то. Ау. Ты чё тут, блядь? Ну, пацаны, я нашёл серу. Идите дальше тут. Его даже забрать нельзя, блин. А вот. Так, помимо серы я нашел еще. Блин, какие вот даже нельзя забрать с этой шахты, короче. Он просто дойдет и все. Гигантскую залежь осколков плазма. Плазима. Охуеть. Сколько мне есть? Так, ну ладно, мне это не нужно. Я не знаю, а сера зачем нужна? Она нужна зачем? Все работают, да. Это грибочки. И все, это вот такой данжик. Горячий источник можно. Примитивная печь, ягодная плантация. У нас есть ягодная плантация. Есть еще какие-то. Во, я кошака своего кинул. О, нормально. Пройти надо. О, какой-то. А, это. А что, нельзя не пройти? Да. Это мой. Уже тесновато становится. Да, рук нет, блин, на эти разбудки. Ой, блин, убил. Ебаный кокос. Так надо забрать. О, блядь, кто типа бежал на меня. Чё шпаны? Ха, ебать, я этот самый вырубил. Моя птичка. Моя птичка аннигилирует этих пацанов. Просто. Нет, не всегда хорошо. А, из них золото, кстати, падает с этих с бандитов. Тебе понятно, где можно бабло набрать. Так, что тут еще есть? Слушай, прикольный данжик. Во, вот этих надо теперь. Котик, иди давай в атаку. Так, вот эти вот сейчас мы... Еще какие оба одни. Бани бегают. Какой побежали? А, еще одну ягодную. Мог? Да, там для задания. Вас можно проверить на просто не делаю. Зашел, что-то все ходило. А как выйти теперь? Ебать ты жесткий, конечно. Очень новый навык. А, птичка. Навык качнул. Браконьер новичок. Понятно, понятно, сами. Блин, а как выйти-то отсюда вот я? Я не знаю. Заходи. Так, ща. Блять, не то. Кнопочки.
Голоден надо, что-нибудь перекусончик. Ресурсы вылетели. Птички. Себя покормить. Птички покормить. Так, еще яблочки. Вот так вот что буду делать. По стеночке. Бля, как выйти теперь из этого данжа? Тут ни карты нет, ни хрена. Давай, Катива, работай! Ну-ка. Ча. Я заблудился. Вот это не выход сейчас. Арбайтен, солнце еще высоко, блядь. Мне нужны стрелы. Сейчас приду к своему. Еще Кативу добавил, что? Что мы имеем? Катива ходит, пинает. Хуй. Ты че, бля, мразь? Работать. На верстаке, бля. Это выход, не выход, что это? Че? Непонятно, непонятно. Я понятно. Работать, бля. А, у одного станка только один, походу, сегодня может работать. О, зато я нашел какой-то ящик. Ну-ка, сундучок. А, требуется бронзовый ключ, а, пацаны. Охренеть, сундук нельзя открыть. Да, он особо не нужен, но... Какие вы это? Так, ну ладно, что, будем знать. Овцу тогда вернем. Да, можно вставлять тех, кого меньше предметов у нас. У меня уже стрел 98. А я еще работу, кстати, улучшил. У меня побыстрее идет задание. Я все в урон кидаю и в хп. Да. Я кинул в этот вес. У меня 500 уже веса. Мешки с песком можно. Прикрытие к этому сооружению. Палы ведут дозор, высматривая врага. Бля, реально тут какой-то... Ох, пес. Что себе позволяет? Бандит новичок. Сверху. Мой бандитус, мой бандитус. Блин, тут нужен какой-нибудь карта в данж. А у какой лучше защита? У национальный костюм жарких регионов или холодных? Не знаю, я холодных себе сделал. Потому что у меня была холодных. А, это все сундук. Я в этом забрал в сундуке. А, ну я взял. О, сундук вскрыл. Стрел получил. И что получил? Миросфера. Бля, как из этого данжа выйти? Пацан, я заблудился. Наделал, короче, стрел сюда надул. Слушай, а умирать умеет? Что, мне кажется, попаду тоже может попасть. Где там мой черт тут? Так, сюда иди, скажи. Скакали. Копье плюс лук, я монгол. Кстати, пацаны, а выносливость нужна. Потому что по скалам, например, лазит. Я сейчас тут дальше вот пришел. Думал, чтобы выбраться, нужно по скале лезть вверх. Да ебать, я переехал. И выносливости может не хватить, только дались до конца. Можно давить, короче, эти курятину. Блин, ну это не тот выход, я просто. Дайте мне выйти, я заблудился, а мне страшно, у меня кластрофобия начинается. Не, ну реально, это как-то непонятно. Вот это там залез, Шрик. Да как карту посмотреть? Я в данж зашел какой-то, я не знаю, как отсюда выйти. А, ебать, Шрик, уебал. Какие-то браконьеры, новички. Опиздюливаются, кстати. Старики. Браконьеры, старички нужны. Это
что у меня сейчас все сломается. Тут я был. Алмазы вижу. Да. Цени, глянь, черс. Давить. Покемоны какие-то крафты. Интересно, а этот мамонт умеет пули отскирать? Кстати, я могу сейчас? Если его кайтить на этом, на коне, он догонит. Да лисёночка, короче, себе, блядь. Так, чё, куда я тут был? Вот я не был. Пау. Ёбаный лабиринт, пацаны, я такой стоит, пиздец. Нахрен я сюда полез? Хорошо, хоть не опиздились. Так, форпакс есть. По-моему, я нашел выход. Это не точно, конечно. Что-то похоже. Ой, я открыл тут быстро перемести. Ну это ширик уже открыл. Не, ну лава прикольная, она прям мобильность повышает. Тоже мне нравится. Кавалерийский вайп. А этот у меня такой был или не был? Кстати, отсюда нельзя посмотреть, да, свой список. О, я нашел выход. Ничего себе. Даша, что будешь делать? Я короче. Фу, я чуть не обосрался. Не, вроде такой у меня был. Чё мы тыкаешь? А, это твой. Ё-моё. А я думал, это сейчас залутаю тебе, тот кататься буду. Ой, там на той стороне как рецептик есть. А где вылазить? А? О, кстати. Зелененький ты видишь такой, да? Ну да, вот эта голограмма какая-то решит. Работа, покиньте вас, пацаны, отменяют работы. Это какой-то кристалл. Так, а что я взял? Статуя пала. Но это количество повышает, короче, пала. Идите ко мне, вы там недалеко как раз. А где ты? А посмотрите на карте, чуть-чуть выше вас. А. Тут ночь настает. Бля, тут ночь, да, надо походу на базу. Сейчас летят. Давайте, ладно, к вам, и пойдем зачистим данжик потом, который я бегал. А там есть портал, нет, рядом с данжем? Да, вот рядом со мной портал, кстати. Ну, стоит около портала, Шурик, я еще приду. Ну, можете ко мне как раз, да. И потом пойдем на данж. Тут вылезти можно. Хотя в данж можно прям сейчас пойти, там ночью не ночь, там попов, у тебя там же данж. Он отдыхает в воде? Бля, он в воде не отдыхает. У тебя хп, по-моему, уменьшается. Блин! А что делать? Стой, как стой! А, на месте остановись, на месте остановись и попробуй наверх поползти. А чё? Сейчас Кирюха сдохнет. Я сейчас сдохну. Ой, я вышел! Бля! Я умер! Сука, падла! Кто это придумал, блядь? Ты умираешь, когда плывешь? А, не, когда плывешь, нормально не умираешь. Я просто... У тебя когда заканчивается выносливость, наверное. Не, она все равно заканчивается. Я блин, там... я смотрю, ничего не могу помочь. Я смотрю, умираю. А если остановиться просто, выносливость попадает. Поднимется? А все, походу, умер. Все, я умер. Стой, а я могу поднять тебя? О, я могу тебя поднять. Давай. Ты сам не умри, сон. Да не. А, блядь, ты тоже сдох. А вот смотри, блин. Я спокойно залез. Вот, теперь я тоже залез тут, блядь. Сука, блядь, чё за пиздец? О, смотри, тут какая-то синяя штука. Я знал, что так смертельная, блядь, эта хуйня. Записки странника. День минус XX. Ладно, пойдем, короче, к Шурику. А смотри, здесь еще какая-то... О, это... еще один кристальчик, нихуя себе. Да. Нормально, ну, блядь. Тут мужик сидит, опытный островитянин.
А? Ну, что скажешь? Первый раз вижу тебя, неужто ты не отсюда? Ладно, мне вот все это, равно. Вот, вот этому мужику я пизды дал, и на меня насагрились чуваки с пистолетами. А, у него крыша есть, походу. Тренер Павлов с опытом, скажем, поманом Павлом. Вот, возьми, удачи. А это был мирный чувак. Че ты всех убиваешь, Шурик? Так нет, я взял, а потом это самое, хотел Павла ебануть. Вот, и немного его задел. Он меня сагрился, я ему пизды дал. Вот, так, а в какую сторону нам идти? Эту метку можешь поставить? А, наверное, вот по вот этой дорожке наверх. Я метку поставил. Теперь надо понять. Ну да, вот по дороге, и потом направо, и ко мне, и там этот телепорт будет. Ебать, что-то происходит. А, приручай, приручай! А, убил. Да ладно, я его, если что, восстановлю. Если поймаю. Нихуя там башня, блядь. О, вижу. О, вас. Я его поймал. Пацаны, вижу. Поймал, вас. Поймал, да? Мертвого? Да, да, да. Мертвого. Нихуя. Я его восстановлю на базе. Да я тоже своего тер буду восстановить. Ебать, тут поле какое-то. Видите меня? Вон я свечу огнем. На скале. Нет. А, вижу, вижу, вижу. Отсюда идите. А я могу поставить этот факел? Да, что-то не получается. А, могу, слушайте. Я вам маяк сейчас поставлю. А там мы, наверное, не заберем. А может, кстати, заберем. Ну, не, вы обойдите, там дорожка есть недалеко, просто вокруг и все. Ля-ля-ля, пополз, пополз. Ну либо так. Тут можно ползать по скале. Ну да, я говорю, только выносливость стараться, надо выносливость качать. Ну у меня она немножко качает, так что норм. Попадемте к телепорту. О, кстати, он оранжевый какой-то. Он не открытый. Он не открытый, конечно. А. Мы сюда вернуться сможем в любой момент.